Ребята, вот так надо мыть собаку. Смотрите, почти как машину мыть, только собаку. Главное взять за гриву. На ручник поставить главное. Чтобы... Она сейчас сама прикайфует. Чтобы... Вот это прохладное. Чтобы не укатилась, короче, машина, самое главное ее поставить на ручник. Все, вот машина стоит. И вот так начинаем потихоньку мыть. Все, сейчас нормально. На ручнике никуда не катится он. Уже балдеет. Или еще не балдеет? Нет, нет. Сейчас забалдеет. Самое главное, потрясти вот так, другой мир. Днище помой, днище там. Чтоб не заржавело. Вот, отлично. А то в море купаться не всегда приходится, да? Да. Тут хоть небольшое. Да ему душить прохладненько. Собаки. Да, отлично вообще. Он даже почти не сопротивляется. Да нет. Самое главное это. Не понравилось, понравилось ему лист. Обалдеет. Ребята, он просто. Он даже его не трогаешь, он вот стоит. Ну-ка, отпусти его, его. Смотри, он стоит сам. Ай, блин, все, сорвался. Пошел растряхиваться. Вот так, пацаны, надо быть. Собаку. Почти как машину.